Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 14 день, и я забираю 500 янтаря. Окей. Так, здесь мы с тобой закрываем все это дело. Временные события. Кстати, давай-ка мы посмотрим с тобой. Выживание. 7 часов, да? До окончания. Но я здесь не смогу пройти, потому что, друзья, мы в прошлой серии пытались. И, к сожалению, ничего хорошего не вышло, потому что мои драконы слишком пока слабенькие. Так, что у меня принес беззубик? 30 тысяч древесины. Блин, а интересно, что вот это вот за яйцо такое, а? Хотелось бы, конечно, его взять, но руны нам самим нужны. Так, давай заберем с тобой, что тут можно. Так, водорез, давай-ка мы тебя немножечко прокачаем. И отправим... Конечно же, на обучение. Так, здесь тоже забираем рыбу. Забираем везде дрова. А, так, здесь у нас новая способность. Это древоруб. Он у меня получает 25 уровень. А ну-ка. Да, быстренько мы с тобой рыбу-то потратили. Ты посмотри. Было 200, да? А осталось 8000. Ну, ничего страшного, друзья мои. Мы с вами быстренько ее накупим. Так, вначале мы отправим всех наших... болтусов на поиски. Нечего, как говорится, им тут прохлаждаться. Пускай занимаются своей работой. Так, беззубик, а ты у меня... Подожди, ты пока пригодишься мне. Так, ага. Эти красавцы у меня выполнили задание. Так, отправьте Грамгильду. Естественно, я ее отправлю. Так, ну а здесь у нас что? Ага, первое задание выполнено. Нужно еще будет два. Окей. Отправим тебя в преграду. Бесплатно. Так, а вот у меня тут и Громель. Слушай, мы же хотели, по-моему, Громеля отправить на поиски древесины, если я не ошибаюсь, да, чтобы выполнить задание. Ну-ка, давай проверим. Так, поручите Громелю добыть 10 тысяч древесины. Вот, пожалуй, мы этим с тобой и займемся. А, так мне вот этого нужно? Понятно, этого тогда я отправляю. Так, ладно, 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 все, хорош, я уже понял, что 4 руны, и продолжаем путешествие. Книга драконов, пускай ищет бесплатно, опять же. Значит, вот этого Громеля мы с тобой отправляем на поиски древесины. Отлично, так, фонарь. Угу, нашли. Так, что я хотел сделать? Во-первых, давай с тобой откроем пак. На арене. Громобой, душитель... Громель защитник. Все что ли? Ладно, активируем сразу следующий пак. И что я хотел сделать? Так, пускай этот идет добывать рыбу. Что у нас тут? А, забираем с тобой древесину. На рынке Олуха новая акция. Это мне не интересно. Я хочу, ребята, открыть еще пак. Давай посмотрим. Так, ну монеты Одина, это понятно. А вот что здесь? Громель. Древоруб, ужасное чудовище. Ага, якорь редкий, 2 руны. Древесина, 3 руны, еще 5 рун. Ну что же, неплохо. И я предлагаю тогда заберем здесь награду. Наездники. Хм. Ладно, давай мы с тобой еще глянем рекламку, да, и откроем следующий пак. Монеты Одина, ну и... А здесь только ресурсы у нас будут. Так, ну меня больше, конечно же, интересуют именно наши руны. Мне нужно еще, ну, 250 рун найти. Надеюсь, вскоре мы с тобой откроем дракона. Еще одного, который нам нужен. Так, ну что, мы с тобой можем отправиться на арену или же посмотреть, что у нас тут за события. Так, выживание. Да, здесь мы с тобой в тот раз не смогли, к сожалению, пройти. Хоть у нас есть с тобой 5 энергии, мои драконы. Даже и не знаю, что сказать тебе на это. Я думаю, что не стоит пока идти. Это все равно бесполезно. Оу. Надо же, он у меня получает 8-й разряд. Не хватает жетонов для того, чтобы его дальше прокачать. А по уровню, в принципе, он готов. Блин, жалко, конечно, что у нас с тобой та акция закончилась, а? Вот же невезуха. Экзотический углелед. Прикольно смотрится, да?
А что мы с тобой можем за листики-то приобрести? И сколько у меня их вообще? 1225 в данный момент. Я ничего не могу взять. Я бы, наверное, вот этого взял бы. Румпуса. Или пеплозуба. А может быть, даже мрачного дождевика. А вот это что? Ну, колодец будущее. Ну и что он даст? Постройте особое здание. И все. Просто для красоты, я так понимаю, да? Никаких бонусов они, соответственно, не дают. Ладно, ничего страшного. Ну что, друзья мои, тогда отправляемся с вами на арену. Мы с тобой открыть должны, естественно, два пака вождя. Слушай, а может быть нам с тобой вместо... Ладно, отыграем. Я думал бы, может, водореза взять в команду нам. Все-таки он получил 8-й уровень. Так, скалотряс, громобой. Так, ну что ты? Ага, уклонились. Так, ну что ж, давай тогда мы начнем потихоньку разбирать. Так, больно было, если честно. Ах ты засранец мелкий, что ты творишь? Блин, а этот у нас под усиленной атакой. Посмотри, видишь, у него меч стоит. Блин, они начинают опять разбирать. Смотри, что делают, а? Боюсь, мой красненький дракончик, к сожалению, погибнет. Или же погибнет сарделька. Тут одно из двух. Этот еще усиленную атаку взял себе, а? Этому понизили. Ну что, давай морозить тогда. Может быть, как-то еще протянем здесь? Ага. Будем с тобой разбирать вот этого. Ну, по крайней мере, попытаемся. Ну, естественно, уклонение. Он сейчас, мне кажется, по-красному будет бомбить. Так и есть. Он его уничтожил. Так, а я предлагаю, знаешь, что сделать? Усиленную атаку нам надо сделать с тобой. И будем сейчас потихоньку разбирать. Так, в минус. Давай, давай, что он сейчас делает? Ах ты! Ну вот тут, ребят, я уже не знаю, что нам делать. Почему он второй раз ходит? Объясни-ка мне, пожалуйста, а? Почему он два раза сходил? Он укусил, потом еще, блин. Да мне плевать, что у него там инициатива офигенная. Такого не должно быть. На тебе заморозку, гаденыш. Посиди, подумай над своим поведением. Так, а мы с тобой, блин, да я даже хильнуться не могу. Так, ну что, добьем его? Сейчас мы его с тобой добьем. Должны добить. Да ты серьезно, что ли, сейчас, блин, а? Ну, друзья, ну это трындец. Ну сколько раз, вот вы заметили, сколько раз это повторяется? Остается добить, и все время мои драконы промахиваются. Это разве справедливо? Да нет, конечно. Просто меня это уже начинает бесить, вот серьезно тебе говорю. Так, подожди, отмену сделаем. Дай-ка я поменяю здесь. Уберем, например, с тобой... Ветрокрыло? Да, наверное. И поставим вместо ветрокрыла, где у меня мой водорез, вот он. Да, я, наверное, так и сделаю. Посмотрим, друзья мои, как у нас получится. Будет ли от этого какой-то толк. Раньше мы с тобой неплохо водорезом. И, как говорится, блокировали, да. И атака у него, кстати, неплохая. Понижает, если я не ошибаюсь, защиту. Так что сейчас будем смотреть. Так, шитик. Ага. А мы с тобой начнем, наверное, вот этого разбирать. Для начала. Промахнулся. Поехали. Ну, смотри, как прикольно, ребята. Сносим мы здоровье у чувачков. Очень даже круто. А что ты там? Бедную мою сардельку, да? Хочет уничтожить, но не тут-то было. Так, блокировать кого? Наверное, мы с тобой будем вот этого блокировать. Опа, отлично. Так, и давай его, наверное, истреблять. Как мы это с тобой обычно и делаем всегда. Ну-ка, сарделечка моя. Отлично, так. Давай, наверное, да можно обычно, да, добить. Норм. Так, супер удар будет, естественно. Потому что у него шкала ярости накоплена была. И он... Блин, этот красный что-то вообще очень, ребята, быстро погибает у нас.
Очень быстро. Может быть, его как-то прокачать или еще что-то с ним надо сделать. Ну что, Шитик, ты все, да, выпендривался. Сейчас мы тебя будем блокировать и, соответственно, уничтожать. Ну, посмотри, как водорез. Трындец. Вот тебе и посмотри, как водорез у нас бомбит. Промахнулся. И этот промахивается, а? Ну, давай еще разок промахнись. Ну, почему бы и нет? Надо же, попал. Ну все, Ханорик, ты можешь тут уже не выпендриваться. Тебе здесь ничего не... Опять он два раза ходит, а? Нет, ребят, ну это вообще жесть. Это жесть, а? По два раза ходит. Я бы сейчас не удивился, если бы мы промахнулись. Просто не удивился бы. Психовал бы, орал бы, но не удивился бы. Ну, я все равно считаю, ребята, водорезик вроде бы как неплохо справляется. Я, наверное, пока его оставлю. И будем именно с ним играть. Если у нас что-то там поменяется, где-то будем пасовать, я, естественно, его заменю на ветрокрыло. Хотя, может быть, мы с тобой возьмем даже и другого динозавра, который у нас, помнишь, разбегается и может загонять в стан. Короче, 5 драконов мы с тобой еще должны сейчас победить. 9-й разряд, я не успел там посмотреть, какие еще. Но я чувствую ничего хорошего. Так, ну этот меня не особо сильно пугает, меня больше вот этого беспокоит. Так. Уснули. Что ты делаешь, а? Понятно, просто ударил. Ага, этот сейчас будет кусать. Ну что же. Нам нет, ребята, смысла ставить теперь усиленную атаку, потому что у нас разные стихии. А этого я с тобой уничтожу. Только бы не промахнулись. Нормуль. Так, сейчас будет, видимо, массовая атака. Вот от этого дракона. Так и есть. Так и есть, ребята. Бомбит, конечно, он не слабо. Так, заблокировал, да, нам все спецвозможности. Мы ничего с тобой здесь сделать не можем. Можем только просто кусать. Ну, обычные, стандартные у нас с тобой атаки. Ага. Не добил. Так, что же нам сделать? Да мы, наверное, просто с тобой сейчас добьем вот этого громобоя. Этот уничтожит красного мне дракона. Ох, ничего себе. Вот это фокусы, друзья мои. Да ладно, мы еще как-то уклонились с тобой, а? Так, мы его запечатали, он будет просто бить. Так, давай его дальше печатать. Заодно отхиливаемся. Слушай, ну здесь нам просто фартануло с тобой. Просто повезло. Он промахнулся, ты видел? Он мог бы меня спокойненько добить, но он промахнулся. То есть мне крупно повезло. Так, отлично. 9600 рыбы получаем, ну и двигаемся далее. Остается еще двух драконов нам победить. Я пока, наверное, не буду менять ничего. Слушай, по-моему, против меня довольно хорошие драконы вызваны, но этого я не боюсь. Вот этот меня больше напрягает, если честно. Надо как-то с ним разбираться. Ох, отличное начало. Начали мы с тобой с промаха. Лучше не придумаешь. Ладно, давай попробуем его все-таки добить. Так, пастиголов, естественно, водореза бомбит. Этот сейчас, наверное, тоже. Ну, конечно же, что ему остается делать? Ну, а мы с тобой печатаем и заодно отхиливаемся. На 124 отхил идет. Это довольно прикольно, ребят. Так, этот усиленную... атаку себе сделал. Блин, знаешь, чего мне не хватает? Все-таки массовой, именно массовой атаки не хватает мне. Был бы у меня такой дракончик, было бы круто. Давай, наверное, мы с тобой будем печатать вот этого. Пристеголова я думаю, что выдержу. Хотя у него тоже огненная атака. Ого! Впечатал. Сейчас будет огнем пыхтеть, да? Блин, водорез запечатает, ребят. Он хочет мне его уничтожить. Я это предчувствую. Сейчас этот ударит, а нет, не успеет. Мы его должны сейчас подбить. Ну-ка, есть контакт. Ну что, сейчас будет жарить. Странно, почему он не делает?
Почему он не делает свои суператаки, а? Ну все, тогда уже поздно, друзья. Сейчас мы его будем печатать, и ничего он здесь уже не сделает. Мы его... Блин, сарделька, ну что ты будешь делать? Что ты все время промахиваешься, а? Ну давай так вот сделаем на него. И будем просто уничтожать. Все. Отлично, ну что, заработали мы с тобой на пак вождя. И сейчас будем его открывать. Вот он, родной. Ну-ка покажи, что-то там тут. Громобой, древоруб, душитель. Вот он, друзья мои, шип-порез. Так, и громель-защитник. Крушиголов. Слушай, а у меня кто-нибудь новый вообще открылся, а? Так, почему вот эти вот не открываются? Что нужно? Так, начиная с арены 3, в каждом наборе могут появляться жетоны. Ну, это, конечно, все понятно, что могут появляться жетоны. Почему у меня? У меня же вроде бы как достаточное количество, да, драконов было. Но они почему-то до сих пор не активируются у меня. Так, пристеголов я могу тебя улучшить? Не могу. А душители тоже не могу. Тут, на самом деле, драконов очень будет, конечно, много. Ну что, пойдем с тобой за вторым паком. Нам всего лишь нужно подбить 10 драконов. Смотри-ка, этот дракончик там все-таки становится уже, как говорится, в моде. Его все начинают брать, вот этого вот. Я понимаю уже, кстати, почему. Массовая атака с накладкой немоты — это, конечно, имбово. Поэтому я, наверное, буду его сейчас уничтожать. Если я, конечно, успею. Да ё-моё, ну сардельку. Нет, я менять буду, наверное, сардельку эту. Смотри, что творит, а. Так, ты думаешь, отхилился и все тебе можно? Нет, нифига подобного. Да ладно, ты серьезно, что ли, а? Водорез, ну как ты мог, а? Все хочет мне сардельку уничтожить. Посмотри, а. Пристеглов, отвали. Гаденыш. Так, ну тут я уже обычным ударом тогда бомбану. Что делать? Так, и начнем вот с этого. О, у него усиленная атака. Сейчас, по-моему, сардельку. Да. Слушай, знаешь что, сардельку действительно, по-моему, надо менять. И знаешь почему? Потому что вот эта усиленная атака. Вы серьезно, что ли, блин, а? Какого фига мы промо... Все, сейчас крышка, ребят. Массовая атака будет. Все, сейчас в немоту всех. Трындец, это как называется? Это не то, что в немоту, это просто уничтожил. В общем, я сейчас хочу поменять полностью себе колоду. Так, смотри, что я хочу сделать. А где у меня громобой? Вот он, 7-го разряда. Да и фиг с ним, улучшить могу? Нет. Снаряжаем его сюда. Это раз. Дальше мы ставим с тобой... Подожди, 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 кого я хотел еще здесь поставить. Может быть, древоруба влепить? Древоруба. Ну, громоруга не стоит. Давай вот так, наверное, сделаем. Вместо водореза. Посмотрим. Посмотрим, как у нас вот получится такой пачки сыграть. По идее, должна рулить. Ну, естественно, конечно, громобой немножко слабенький по уровню, но посмотрим сейчас, как пойдет. Так, два пристеголова плюс чудище, да? Ну что же, давай смотреть. Угу. Так, ну тут можно любого бомбить. Они фиолетовые. Так, у нас красные против... хорошо рулят против зеленых. Но зеленых нет, будем бомбить. Трындец. Будем бомбить, говорит, а? Так, громобой 7-го уровня. Сейчас его, конечно, тут, наверное, быстро мне распетрушат. Ага, вот что он делает. Я продолжаю бомбить. А вот и массовая атака, да, получается у нас? Нет, это не массовая, ребят, это обычная была. Так, ну мы минус один уже сделали ему. Так, что-то мне не нравится. Ох, сейчас будет поджог. Конечно же, будет поджог. Ну а мы попробуем их заморозить.
получилось. Так, будем с тобой, наверное, вот с этого начинать. Нет, громобой слабоват. Громобой надо убирать. Я тебе скажу, что его надо убирать. Ну-ка. Ну что, ты что-то там пыхтишь. Просто обычной атакой. Этот очнулся, да, Габрюша? Блин, у него массовая атака. Что у него там за супер удар, я не знаю. Ну-ка. Ага, в немоту. Удар. Блин, вот как мы теперь будем с тобой вот этим драконом бомбить? Вот скажи-ка мне. Нет, ну если, конечно, только через массовую атаку, через сон, если попадать будем. Предположим. И добили. Нет, все-таки вот этого ветрокрыла лучше использовать вместе с сарделькой. Потому что сарделька его может хоть как-то прокачать. То есть сделать баф на силу атаки. Давай-ка подумаем хорошенько. Видишь, в чем дело? У нас громобой с тобой может вешать немоту. То есть дракон не может использовать свои способности. Но сам по себе он слабенький. Сарделька. Ну что, может быть, не, беззубик слабенький. Беззубик слабенький. Вострозуба тоже я не вижу смысла брать. Давай все-таки, наверное, заберем обратно сардельку. Так, нам нужно с тобой победить еще 6 драконов. Если хорошо получится, будет 2 боя по 3 дракона. Ого, у него сарделька здесь 10 уровня. Так, ну что, блин, практически как у меня колода. Ага, промахнулся. Так, начнем, наверное, вот с этого. Будем начинать с него, чтобы он, ребята, не делал своих массовых атак. Угу, хвостом. Отлично. Как только у нас с тобой получится возможность запечатать, будем его печатать. Кусаем. Так, сарделька что-то хочет сделать. Хвостом бомбит. Так, ребят, я бомблю хвостом. Злобный змеевик сейчас что-то сделает противное, я больше чем уверен. Нет, ничего не стал делать, а мы с тобой загоняем всех в сон, надеюсь. Ага, добиваем. Но здесь можно начинать, конечно, со злобного змеевика. Потому что он ничего такого особенного не делает. И мы его, в принципе, должны быстренько распетрушить. Шикарно. Так, а здесь мы сделаем с тобой вот так вот. Пока он спит. И будем его потихоньку уже бомбить. Я хочу посмотреть, ребят, что вот это вот делает. Просто защиту вешает и все, что ли? Ну, получается так. Повышает защиту всех свирепых драконов, да, на 30%. Ну, вот и все, что он делает, ребята. Ну что, сарделька, я так понимаю, тебе кранты пришли. Ну что, добиваем. Еще один такой бой, где мы с тобой сможем победить 3 драконов, и мы получим с тобой пак. Слушай, пока работает все. Вот этого дракона я, конечно, не хочу менять. Он меня вполне устраивает. Ну что, друзья мои, попытаемся с первой заходочки победить 3 вражеских драконов. И забрать, как говорится, последний пак. Опять то же самое. Сарделька 10 уровня. Этот 9 уровня. Блин, и громобой еще здесь. О-о-о. И этот, как всегда, начинает ходить первым. Мне бесит это. Так, будем здесь в первую очередь с тобой ликвидировать громобой. Ну, попытаемся, по крайней мере. Ага, кусает сардельку. Это тоже будет сардельку атаковать? Ну, естественно. Так, кусаем. Так, массовую атаку. Ох, замедляху сделал. Блин, мне кажется, сардельку они сейчас... А, нет. Я, если честно, думал, что они сейчас сардельку мне уничтожат. Но ничего подобного. Так, мы можем с тобой сделать вот так вот. Отлично. Есть контакт. Давай, сардельку бомби. Да чтоб тебе, блин. Ну, поехали тогда. Уклонение. Так, мы еще с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Хорошо, у нас тут с тобой отражение стоит, поэтому... Ха-ха-ха. Шикарно, на себя же замедление повесил, ребята, и...
понижение атаки. Ага, буянит, буянит. Так, Т5. Ну, в общем, крышка. Это... Блин, успел добить. Так, ну и все, ребята. С этим мы с тобой тоже разбираемся легко, потому что мы повесили слепоту. Ничего он здесь сделать не сможет, а мы его, конечно же, разберем. А это говорит о том, что мы с тобой сейчас пак получим. И хорошо мы с тобой здесь сразились. Очень хорошо. Вот лично мне понравилось. Вот такие вот бои я обожаю. А то начинаются вот эти вот промахи всякие, еще там что-нибудь. Так, давай-ка мне. Уже смотри-ка, 5700 кубков. И древесины 9600. Ну вот и пак. Порадуй-ка. Опять шипорез. А шепот смерти, громобой, громель и громорок. Громель-защитник. Ух ты, глыба. Вот почему я не могу в данный момент вот глыба? Где? Она же должна быть у меня. Вот. Получить дракона. С какого перепуга я должен его покупать-то, а? Если у меня карточки на него есть. Или эти карточки копятся просто как бы до поры до времени, пока у меня не появится этот дракон. Пока я его не найду. Может быть так? Ладно, 10 рун мы с тобой забираем. И я хотел, знаешь, что сделать? Нападение, точнее защиту. Оборону, вот. Поехали. В принципе, для этого мне и нужен был беззубик. Я возьму беззубика. Этого возьмем с тобой. И вот этого. Поехали. Беззубик очень хорошо, ребята, бомбит эти лодочки. Так, пропускаем. Защитите олух. Ну что, поехали. Причем беззубик бомбит издалека. Смотри, как он там тотально их бомбит. Так, нормуль. Давай, 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 давай. Вот этот вот последний. Классно. А вот и все. Вот для этого мне и беззубик и нужен был. Он очень хорошо справляется с кораблями. Ты это сам видел. Во-первых, издалека, а во-вторых, очень мощный дамаг. Ну что же, три ключика. Сейчас мы с тобой откроем три сундучка и, наверное, будем закругляться, потому что больше мы с тобой здесь пока сделать ничего не можем. Рыбы у нас недостаточно, древесины, соответственно, тоже. Плюс у нас с тобой идет обучение драконов. И даже не то, что обучение, ребята, нам нужно сколько? Так, заберите награды. Нам нужно, по-моему, еще одного дракона выучить. Рыбий ног должен отдать тебе должное. Ты действительно немало знаешь о драконах. Твои знания очень полезны во время битвы. Ой, спасибо, Икинка. Мне нравится быть ведущим экспертом в этом вопросе. А еще перед боем я не забываю повторять характеристики каждого дракона. Вот это ты правильно делаешь. Ну что, беззубик, я, наверное, тебя отправлю. Обучиться пока не могу тебя отправить, но зато могу на поиски. Громокоготь и Аурвандил. Аурвандил. Да, этих драконов, ребята, очень тяжело. Очень тяжело найти. Практически невозможно. Сколько раз я не отправлял, на вот этих вот редких ниш шарики у меня не выходило. А почему ты сидишь? Почему ты не собираешь? Вот объясни мне. Вот они опять прохлаждаются, а? Ну что ты, шелкопряд, елки-палки, иди ищи. Давай, ты уже за рыбой отправляйся вперед. Так, тихо, подожди, что у нас тут? Давай тоже продолжай поиски. И ты тоже продолжай поиски. А ты что там спрятался? Так, а тебя я могу прокачать, парень? Я могу тебя отправить на обучение. Это разнокрыл. Иди-ка обучайся, парень. Так. Что я хотел посмотреть, друзья мои? Сколько нам еще нужно с вами драконов обучить, да? Сколько нам драконов с тобой нужно обучить? Блин, до сих пор еще двух. Или у меня кто-то здесь обучается уже? Ну, подожди. А, у меня водорез обучается, да? У меня был... Так, вот он, водорез. Шепот смерти.
У нас только два с тобой, получается. Шепот смерти и беззубик, да? 30 уровня. Подожди-ка, Игромыль. Стоп. А, ну да, 35. Это получается у нас беззубик, Громель и шепот смерти. Они у нас 30 уровня. Потом мы с тобой прокачаем вода... О, у древоруба, кстати. Блин, нужно рыбы, очень много. Так, вернись. Рыбы здесь действительно нужно очень много. Так что ищем. Ищем с вами рыбу, чтобы дальше могли с тобой нормально прокачать. Хакату всего лишь 6 уровень. Что-то как-то слабенько. Временные события. Ну что, друзья мои, наверное, на этом будем с вами закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии. Так, и продолжим играть. Так что всем удачи и до скорого.